Приветствую всех на канале Game One. Вот, ребята, долгожданный раз. Сегодня у меня было сильное желание поиграть, сильное желание снять, и поэтому с утра я заказал оперативную память. Через полдня она приехала, теперь у меня 16 гигабайт оперативной памяти. Прикиньте, когда было 8, она даже на минималках лагала. Сейчас на максималках, где 400 человек на сервере, играла, работает на 40-50 FPS. Сейчас я сервер не поменял, и здесь сейчас более-менее хорошо. Еще я заметил, что, ребята, после записи, запись начинает лагать. То есть в игре таких нету, за записи это есть. Поэтому, ребята, надеюсь, ролик не слишком ужасный будет. Я сразу же потом найду программу более-менее хорошую, где не будет качество так лагать. Качество будет хорошее, то есть запись не будет лагать. Поэтому следующий ролик будет на самом деле очень классный. И еще хочу попросить, чтобы вы написали в комментариях, что хотите, чтобы я сделал в этой игре. Потому что многое интересное здесь можно сделать. Так, не слышится? Нет, там челик дом ломает. Так, он нас не услышал, странно на самом деле. Давайте медленно попробуем подойти. Так. Походу нас не слышит, это хорошо. Убить мы его вряд ли сможем, давайте просто похлопаем. Попробуем как-нибудь подойти к нему вместе, сломать этот дом. Так, главное, не убивай нас. Давайте ему как-нибудь намекнем, что хотим помочь ему. Давайте вот так. Хотим ему помочь ломать. Так, все, ребята, он понял. Прикиньте, он понял. Это очень классно, на самом деле. Если бы это был ласт, то челик бы сразу агрессировал бы, нападал бы на меня и не оставил бы в живых. А здесь челик понял, что я хочу ему помочь, и решил дать мне оружие. Ну, в ласте тоже такие моменты бывают, но здесь с первого раза, это просто моя первая игра. На самом деле, раньше я заходил только, чтобы проверить, может, с ПК, и все лагало. А сейчас это первая игра, и такое везение. Так, почти сломали. Надеюсь, он меня сейчас не убьет. Мы не будем сразу запрыгивать, давайте назад отойдем. Так, он оружие достал. Он хочет убить нас? Ладно, понимаем. А, он нам шприц скинул. Походу, не хочет убивать. Да, ладно, уйдем отсюда тогда. Он нас убьет, а так хотя бы доброе дело сделали. Ну, немного обидно, хотя, что там, топор есть, пошли отсюда. Время особо не потеряли, и думаю, ничего страшного, вот челика сейчас убьем. Так, так, все, здесь еще капкан был. Так, что у него находится? Ну, ничего особенного, кроме кепки, кепочку заберем. Так, странная у нее поза, давайте не будем на нее смотреть, просто так будем разделывать. Прикольно на самом деле. То, что здесь просто любой ресурс можно добывать. Так, немного покатался на лошадке и нашел вот такой вот дом. Даже здесь челик спит. Так, полото пусто. Так, о, здесь что-то есть. Так, зеленая карточка. Кстати, я даже близко не думал о лутании комнатах. Блин, очень сильно хочу сейчас лутать комнаты. Так как до этого я играл, максимум часов 50 я поиграл, и все время на одной самой маленькой карте, на один квадрат. И там вообще ничего не было. Там она более-менее работала, игра. Так что это, получается, моя первая нормальная игра. Так, я просто не знаю, что здесь брать. Типа, вот шестеренки, и вон та какая-то, не знаю, непонятная черная вещь. Нужна ли мне все это, типа шестеренки? Я понимаю приблизительно для чего это, но мне нужна ли она, вообще не знаю. Пока что я просто хочу немного повыживать, то есть дом себе построить, все такое. Так, весло, походу, надо в руки взять. Просто она мне мешается в инвентарь выкидывать, и хочу проверить, как она работает. Так, налево, направо. Ну, короче, мишка и управляется, это понятно.
Так, все. С ними разобрались. А, кстати, еще бить можно. Неплохо. Зато теперь я знаю, как на нем кататься. Все это очень классно. Ну, давайте посмотрим, есть здесь еще лут. Так, в печках у нас ничего нету. Печки у нас пустые. Так, с костером дерево. Дерево там есть, мясо есть. Давайте человечину туда закинем. Так, у него ничего нету. Ну, давайте убьем его, просто для интереса. Так, у нее, походу, патрон нет, я хотел его застрелить. А, с одного удара нормально. Так, здесь есть... Ну, ничего интересного. Так, здесь много угля. Угля здесь вообще нет смысла брать, потому что здесь очень легко уголь сам плавится, когда ты там другим... Да, то есть, просто, короче, закидываешь дерево, плавишь металл, железо, что угодно, и она сразу плавится вместе с этим. Что, по 10 туда урона уходит, нормально. Так, погодите. Это тоже заряженный дом. Блин, здесь может быть даже лут. Раз там был лут, здесь тоже должен быть. Так, как хотя бы сюда запрыгнуть? Так, кстати. О, все получилось. Блин, да я профессиональный игрок. Так, печки пустые, понятно. А вон здесь ящиков много. Так, здесь есть какая-то... Немного железа, короче. Ого, сколько здесь вещей. Так, все это выкидываем. Так, это что, непонятно. Топливо заберем. Так, здесь даже есть оружие. Это британка, наверное. Так, это дверь. Это либо МВК, либо железо. Скорее, мне кажется, МВК дверь. Пуль тоже заберем. Так, я не понял до сих пор, что это такое. Это рыба, что ли, или что? А, там карпом написано. Понял. Так, дробовики. Здесь камней много. Так, давайте камни сейчас заберем. Так, топор нам не нужен. Это просто скин, скорее всего. Это не другой топор. Так, скиянку тоже заберем, чтобы не крафтить нам самим. Так, вот смотрите, начал выкидывать, и у меня столько хлама оказалось. Все, забираем тоже. Так, ну больше ничего интересного я не вижу. А, кстати, здесь тоже есть неплохо. Что за синие кружки? Непонятно. А, понял, это походу скин не дорисовался. Но, кстати, здесь тоже шмотка есть со скинами. Так, шприц, давайте сразу, думаю, ее используем. У нас 49 хп. Даже уже не знаю, что куда кидать. Да, у нас пустой слот оказывается. Так, прицел. Можно же сразу на оружие, да. Все, это еще одна берданка. Так, каменные пули же нам не нужны. И здесь тоже много всего. Так, очень классно. Это мне кажется, или это просто скин? Я где-то слышал, что просто скину в одном ролике. Да, по характеристикам это одно и то же, но у того скин. Вот вот этот объект тоже больше, мне кажется. Давайте лучше маслалат оставим, хазмат, то есть. Так, 1000 железа. Это лучше, чем 250 неплавленного. Так, сибирет. Я не знаю, что брать, что не брать. И здесь ящиков много. Так, опять много камней. Да, тут у нас еще хавчик есть, тоже можно покушать. Так, ну здесь ничего нету. Здесь полно шмоток. Так, тут уже что-то интересное. Здесь так, железо можно забрать. Походу не стакается больше. Здесь ничего интересного. Здесь много хазматов. Так, здесь тоже очень много хазматов. Так, с оружием. Очень много аквалангов. Ух, сколько еще здесь. Кстати, бобовки. Здесь очень-очень много камней. Очень много оружия. Конечно, я не вижу там калашей, но все равно. Здесь очень много оружия. Мне просто хватит, чтобы я научился стрелять. Так,
Блин, ребят, походу мне придется здесь рядом дом построить. Если у этого дома, конечно, вот здесь даже железо в печках есть. Если у дома нету шкафа, то я ее застрою себе. Если есть, то застрою тот рядом. Так, здесь стенка. Да, походу, ребят, шкаф есть. Здесь я уже не смогу ничего сделать, поэтому... Сейчас выйдем на улицу и резко построим себе дом. Так, с медведя бежал, хотел убить. Так, с дерева я немного пофармил. И можно будет теперь спокойно застроить это место. Так, с... О, надеюсь, что гаражка есть. О, она без замка. Просто супер. Это очень-очень классно на самом деле. Так, поставим такой. Потому что у нас есть дверь. Она вроде бы МВК, она была написана металлическая, а не железная. Поэтому, мне кажется, это МВК дверь. С классным скином, который ночью светится. Так, это никак не улучшит, да? Походу придется дверь снимать, что ли? Почему она не улучшается? Я вроде на нее навожусь. Нет, не успеваю, походу. И поставить нам нечего. Ну, так, я знаю, куда шкаф поставить. Шкаф мы поставим внутрь, чтобы она была максимально защищенная. Так, и здесь дом гниет. Ее тоже надо будет починить. Так, смешается здесь. Я думал, это место, где раньше стоял ящик, до того, как все это зарядит. Так, поднимем этот ящик. И сюда поставим свой шкаф. Все, это теперь наш дом. Так, железо. Так, ну это все придется потом уже чинить потихоньку, а то здесь почти все сгнило. Надо будет все починить не понемногу, чтобы она медленнее, то есть, ну, хотя бы чуть-чуть прочнее было. Так, снимаем. Так, смотрите, в железо, раз у нас дверь МВК. Так, думаю, намного лучше будет. Так, все скидываю почему-то. Все, дом закрыт. Остался потолок тоже поставить. Все, тоже апаем в камень. Все круто. Даже железо можно. Сейчас еще замок на гаражку поставили, тоже будет неплохо. Последний мангал тоже поставим. Думаю, на этом закончу. На самом деле, очень классно поиграл. Не знаю, как у вас было. Надеюсь, не слишком лагало. В следующий раз об этом позабочусь, все это исправлю. Завтра, думаю, уже в виде следующей части. Посмотрим, что у нас там получится. Здесь было, на самом деле, очень интересно для меня. И обязательно пишите в комментариях, что бы хотели, чтобы я сделал в этой игре. Я буду делать абсолютно все, что вы попросите, чтобы... Вам скучно не было на самом деле, потому что когда я только смотрел раз, я хотел много всего попробовать, и никто не делал то, чего я хотел сделать в игре. Поэтому, если у вас есть какие-то пожелания, то пишите в комментариях. Всем пока!